Всем привет, гости, друзья моего канала. Всем, конечно же, я думаю, интересно судьба шуруповерток, которые я приобрел перед зимним сезоном, то бишь прошлой осенью. Шнек, шуруповерт, Хаммердингер, Шнек, Айсберг, 130-й. Шуруповертом все отлично, работает все как надо, никаких абсолютно у меня к нему претензий нету. За зимний сезон, за весь зимний сезон, ребят, я пробурил больше 500 лунок. Единственное, что с шуруповертом как бы не минус, а был, ну, был и есть нюанс, так скажем. Это когда ты попадаешь в лед с наледью, то есть слоеный лед, каша там, да, как я и говорил, шуруповерт уходит в защиту, когда он упирается, когда ему тяжело, то есть, и, соответственно, он уходит в защиту. И чтобы опять он заработал, приходится скидывать батарею. Ну, единственное, что, но это не минус, он работает, он бурит, батарейка держит. С одной батарейки 60-70 лунок в минусовую температуру, минус 15, минус 20. Я ничем ее не утеплял. Я, ну, то есть, как бы, вот у меня одна батарейка всегда лежит в рюкзаке, там, в рюкзаке, ну, что, термос, там, какие-то, шапка запасная, носки, все, блин, ну, как бы, на всякий случай. Вторая на шуруповерте. Все, буришься, шуруповерт положил либо в санки, либо забурил какую-то глубину шнека, он стоит у меня, то есть, ветер, не ветер, мороз, не мороз, то есть без проблем, то есть две батарейки, 120-140 примерно лунок получается метрового льда, ребят. Да и когда вы ручным буром бурите, вы добуриваетесь и вам становится тяжело, вы прочищаете лунку и дальше бурите, бурите. То есть понятно, что это от ножей зависит, как бы, но все равно, чтобы вот как сухой лед, он пробуривает просто на раз, без всяких там усилий, ты просто держишь, и он бурится, и как бы проблем нету. Точно так же и ручным, когда лед сухой, хорошие ножи. У меня вот есть Торнадо 130, у меня есть Танаровская сотка, у меня был Хелиус 130, ножи нормальные, лед сухой, буришь, нет проблем. Как только с наледью, либо слоеный лед, там вода, каша, лед, вода, каша, лед. Ну да, начинается пляска. Ну, шуруповертом это лучше, чем ручным буром. Так что вот, еще раз говорю, пробурил он 500 с лишним лунок, это точно. Как бы я на рыбалке ездил. Вот, Хаммердингер, мой шуруповерт. Со шнеком Айсбергом 130-м. Так вот он бурит. Лед где-то 60 сантиметров. 2-3 дня находился там на водоемах. И все 3 дня я им бурился, допустим. Не заряжая, потому что, ну, в тайге где заряжаешься? Мы бензогенераторы с собой не возим. Максимум у нас есть аккумуляторы, чтобы там организовать свет в избушках каких-то там или палатках, да, так скажем. Мне очень понравился. Еще раз говорю, все хорошо работает. Хаммердингер, рекомендую. Не пожалел ни капельки. Все работает, все хорошо.
Шуруповерт отличный.